а не сделать ли мне итоговое видео за июнь в виде влога, подумала я. Поэтому, собственно, мы смотрим с вами влог. Всем новеньким привет! Кто не знает, меня зовут Яна, я живу в Аргентине. У меня последние дни осени сейчас, и в предыдущем видео вы посмотрели, как я, значит, славно проводила эти осенние деньки, да, был у меня такой осеннее испытание, марафон, забег, не знаю, как назвать его, где я вышивала, знаете, вот перед смертью не надышишься, примерно то же самое, я вышивала осенние работы, хотела успеть каждую осеннюю работу чуть-чуть повышивать, успеть до зимы. Но это мы отдельно все посмотрели, вы посмотрели. А если не посмотрели, посмотрите. Я всегда очень люблю свои собственные осенние видео, потому что очень люблю осенние сюжеты. И я думаю, что видео пропитано особой атмосферой. Так. Ну вот, а в этом видео мы посмотрим, что же я вышивала помимо тех осенних работ. Значит, сегодня 8 июня, как видно из календарика, и помимо того, что вы видели уже в предыдущем видео, я все-таки вышиваю другие работы, у меня есть какие-то обязательства перед собой и перед зрителями, да? Вот, значит, начнем с обязательств перед зрителями. Перед зрителями у меня на июнь такое большое, маленькое обязательство. Маленькое, потому что размеры его небольшие, да, а большое, потому что эта работа была выбрана вами аж в трех номинациях, можно сказать, да. У меня каждый месяц проходит голосование за работу, которую я буду вышивать, соответственно, в следующем месяце, то есть под этим видео, кстати говоря, под сегодняшним видео, проголосуйте, пожалуйста, за ту работу, которую я буду вышивать в августе. Да, а вот на июнь, который у нас сейчас, у меня, в смысле, еще сейчас, а вы, когда уже смотрите, он закончился, значит, вы выбрали большинством голосов Шмелика Луи. Значит, я обычно выбираю две работы, одна большинство голосов, а другой какой-то случайный выбор, но вот в этот раз они совпали. А еще у меня было видео, где мы выбирали работу, которую я буду вести до финиша. И тут тоже выиграл Шмелик Луи. Будет еще одна работа, но пока я не закончу эту, мы пока за ту браться не будем. Значит, вот он, Шмелик Луи. Я не буду показывать превью, потому что, мне кажется, и так уже более-менее все понятно. А если непонятно, то я надеюсь, что в следующем включении мы посмотрим уже финиш. Называется эта работа официально «В домике». Да, вот он сидит в тыковке, там читает книжку. Пока это, может быть, еще не очень понятно, но скоро будет ясно. Это схема Ирины Лосевой. Ее группа ВКонтакте называется «Пряничный лось». Если вам нравится, там история с Шмеликом Луи. Их несколько, и буквально недавно вышла очень классная работа, вот в начале июня, да, она вышла, он там с ластами, с аквалангом или просто в маске. В общем, прикольный очень шмель. Вот, я их уже несколько вышила. Мой самый любимый, конечно, это с финишком. Вот, есть еще у меня вышитые новогодние с саночками, и есть с чайком, такой тоже осенний, в прошлом году я его вышивала, а вот в этом году, значит, буду заканчивать вот этого в домике. Значит, эту работу я планирую прям взять, вот как запишу видео, так и буду заканчивать. Значит, смотрите, здесь не очень много осталось, как вы видите, само тельце шмелика, вокруг немножко в тыкве, тут тоже пропуски надо заполнить, бэкстич, и, по-моему, в листочках тоже что-то здесь еще не хватает. И вроде как по крестикам там вообще 200 крестиков, а суммарно там с бэкстичем, с фрузелками побольше, конечно, но тем не менее, я очень хочу постараться сегодня закончить, то есть за один день, но не факт, что это получится, потому что все-таки вот эти вот участки, которые остаются, они такие достаточно трудоемкие, потому что несколько крестиков, смена нити, да, потому что нам же нужно, чтобы шмелик получился все-таки такой мохнатенький, шерстяной, классный, да, поэтому там много достаточно
смены нити и прочих деталей. Но, тем не менее, надеюсь, что все получится за один день. А что же я делала до 8 июня? Давайте тоже посмотрим. Значит, до 8 июня я вышивала вот эти вот осенние работы, которые вы посмотрели в предыдущей серии, и я выполняла обязательства перед самой собой. Значит, у меня главная работа этого года, и это карта мира. От Панны, золотая коллекция, да, достаточно трудоемкая работа. Отнимает она, ну, по-разному, но все равно время достаточно много. И я на этой неделе пыталась примерно понять, сколько крестиков я вышиваю именно вот там в час. И поняла, что получается очень мало. Во-первых, я вышиваю одной ниткой, поэтому заранее не могу вставить, вернее, одной иголкой. Заранее не вставляю нитки в иголки. То есть не то, что я не могу, я могла бы, конечно, по-другому организовать. Но вот у меня процесс организован так, что я одной иголочкой вышиваю эту работу. Поэтому на заправление нитки в иголку уходит тоже какое-то время. А поскольку здесь достаточно часто меняется нить, все это, естественно, получается не очень быстро. Значит, я в этом месяце уже вышила, ну, больше 1500 крестиков, потому что у меня половина тысячи была вот в первую неделю, сейчас мы уже второй неделе июнь, ну, то есть первая неделя она была там половина мая, половина июнь, а сейчас вот вторая неделя, и за вторую неделю я уже полноценно вышила 1000 крестиков. Хочу показать вам некоторые вещи, которые, например, меня смущали. Не то чтобы смущали, так, как бы это назвать. Вот здесь эти крестики, да, они друг за друга цепляются, но, тем не менее, вот этот участок, который в целом не такой уж прямо сложный, он достаточно трудоемкий. Светлым, в принципе, я, ну, это не белый, да, белым мне еще хуже вышивать, обычно, когда белым по белому. Но вот эти вот светлые-светлые оттенки, они, конечно, немного с ума сводят еще и тем, что они очень похожи. И здесь есть, по-моему, два голубых, которые похожи, и иногда я думаю, а ничего я там не перепутала ли. Вот этот зелененький хоть как-то разбавляет. Еще есть два или даже три темных. Это вот здесь было, да, и тут тоже то же самое происходит, то есть они все разбросаны примерно вот как здесь, вы видите, только это вот везде, потом они закрываются другими крестиками, и разбросанность это не так видна, ну вот тут три цвета. Знаете, я сначала как-то переживала, что у меня крестики местами получается не очень ровные, а местами прям совсем кривые. Но я уже, честно говоря, на этой работе, по крайней мере, отпустила ситуацию, потому что действительно очень-очень тяжело. Протяжки большие делать я здесь не буду, потому что все-таки работа, видите, ну, здесь эти самые меридианы дальше пойдут. Поэтому даже то, что там протянуто, в принципе, уберется. Но вот рассчитывать, пройдут тут линии, не пройдут линии, что там будет просвечивать, мне не хочется, поэтому я стараюсь все-таки много не протягивать. Давайте посмотрим, какая у меня изнанка. В целом изнанка, ну, я сейчас скверт ногами ее показываю, но вот в целом она такая. Даже если я что-то протягиваю, я протягиваю под другими крестиками, да, уже сделанными и так далее. И вот здесь вот самые, наверное, длинные протяжки. Вот, соответственно, когда я вышиваю землю, то есть вот в этой части, это я обычно страдаю в рамочке. Тут тоже частая достаточно смена нити, видите, вот немножечко повышивала, и там тут вот 5 крестиков, 6 крестиков, здесь 7 крестиков. Но они друг за друга цепляются, и в целом, ну, это не настолько сложно, и все-таки здесь поярче. Вот землю вышивать достаточно трудно, но я хотела все-таки
закончить все, до чего я дотягиваюсь. И, вы знаете, я закончила все, до чего я дотягиваюсь, хотя в последний день у меня было желание уже просто переставить пяльцы и идти в другое место. Значит, я здесь даже сделала бэкстич, как вы видите, да, сделала только тот, который не очень протяженный, ну, то есть он протяженный, понятно, что он протяженный, да, но я делала здесь каждые две клеточки, чтобы он дальше ни в коем случае не провис, то есть тот, который прямой, который не отклоняется, там, знаете, пол крестика влево и там 5-8 клеточек вверх. Такой я не делала, такой я оставлю на потом, когда уже будет работа полностью вышита и будет не так страшно, что она провиснет. Может быть, даже постираю, прежде чем делать этот бэк. С другой стороны, я начала делать вот эту вот линию. Вот она. И хотела там сначала с вами посоветоваться, потому что там идут и микрокрестики, и, ну, в общем, то, что можно сделать узкокрестиком, те микрокрестики, которые смещаются, в принципе, крестик получается, ну, он, да, смещенный. В общем, я хотела там кое-что с вами посоветоваться, а потом так посмотрела на превью еще раз, посмотрела еще раз на то, как это вот выглядит здесь, и здесь пройдет, как вы понимаете, бэкстич, чтобы обозначить эту линию, потому что вот экватор вот здесь вот не сделан бэкстич, и видите, он такой невзрачненький, а вот здесь уже сделан бэкстич именно по контуру экватора, и он уже так как бы виден. И вот эти вот все огрехи, которые там были, крестики неровные, вы их видите за этим бэкстичем? В целом он как-то сглаживает, правда? А вот тут еще это все и неровно идет, да, потому что линия не прямая. Поэтому я решила, что там все равно это все закроется бэкстичем. Он хоть и в одну нить, но все равно хорошо так перекрывает. То есть ничего там особо видно не будет, поэтому заморачиваться насчет деталей, как я там сделала микрокрестик в одну ниточку, в две ниточки, слишком он пухлый, не слишком он пухлый, узкокрестик будет, или клеточка там сместилась, не сместилась. В общем, мне кажется, что это детали, которые по факту видны не будут никому, поэтому лучше делать так, как удобно мне на данном участки, вот, на котором я вышиваю, вот мне так сейчас удобнее, поэтому я так и сделаю. Даже если я в другом месте сделаю по-другому, перекроется это все бэкстичем, и видно, это будет абсолютно, не будет это никому видно, даже мне видно не будет, я потом не различу спустя время, где, что и как я делала. А что еще, значит, вот на кораблике я сделала. Корабликов будет, кстати, немало, да? А это у меня первый кораблик появился. Вот, значит, что еще по надписям? Мне хватило вот только этого бэкстича, чтобы выполнить 1000, поэтому я уж не стала. А вот здесь, например, да, это будет вот здесь еще море, а потом Индия. Это вот кусочек фразы, потому что здесь еще будут крестики земли, поэтому как бы я там немножечко задевала бы, поэтому решила не делать. А вот эту вот надпись, по-моему, я уже могу сделать вот здесь, но пока не сделала ее, сделаю уже в следующий раз. Поскольку я устала от земли, но она здесь, видите, практически и закончилась, потому что остается вот только вот эта вот рамочка. Да, Австралии нет, Антарктиды, по сути, нет. Вот, то я думаю, что я не буду дальше идти и доделывать вот остатки земли, потому что я, честно говоря, очень устала на вот этой земле. Я пойду вниз вот сюда, к следующему портрету. Здесь тоже достаточно трудоемкий участок, все это будет не очень быстро, но, тем не менее, будет как-то более пестро, более ярко. Я думала о том, что я бы, наверное, не смогла эту работу целый день вышивать, то есть целый день вышивать только эту работу, я бы устала, я бы ее отложила и в итоге вообще бы ничего не вышивала. И я думаю, что я бы не смогла эту работу вышивать прям без отдыха каждый день. Ну, то есть, типа, если бы я была однопроцессницей, вот нужно было бы вышивать только эту работу, там, либо каждый день, либо через день, я бы ее мусолила, наверное, дольше, откладывала бы. Так, кто-то упал. Значит, не то, чтобы я ее мусолила дольше. Я и так ее сейчас, по-моему, уже 60-й день, как я вышиваю эту работу. Но я думаю, что я просто больше перерыва бы делала в вышивке. Вот, поэтому... Поэтому я рада, что я ее взяла вот так вот 1000 в неделю. Это как раз тот
та норма, которую выполнить можно, можно даже устать, но не до такой степени устать, чтобы было прям вообще отвращение, что дальше брать ее не хочется. Вот я сегодня отдохну, я вчера ее, да, закончила эту 1000, сегодня отдохну, сегодня четверг, потом еще пятница, суббота, воскресенье, отдыха будет вполне достаточно, в воскресенье я уже начну о ней скучать. Я думаю, что в следующем включении я покажу вам либо ее, когда будут переставлять пенсы, либо уже когда переставлю... Ну нет, наверное, покажу я вам, прежде чем буду переставлять пальцы, масштабы бедствия, так сказать, и мы посмотрим. Но пока это вот так. Значит, это у меня до следующего понедельника пока откладывается, да, я буду отдыхать. Отдыхать я буду со шмеликом Луи, как я вам сказала. И еще, что я еще брала, уже успела взять, и это я начала очередную... овечку на этот месяц, и видите, остается мне не так уж и много. Дерево здесь закончено, рамочка почти вот тут вот чуть-чуть осталось, и вот главную героиню вышиваю. Книга закончена, яблочко. Ну, в общем, осталось совсем немного. Там буковки, которые не влезли еще, кусочек рамочки и самовцу. И я достала так называемые свои долги. Это не все долги, это только вот три долга, которые, значит, вот эти два. Это мастер и Маргарита. Давайте я превью покажу. Мастер и Маргарита, значит, это был выбор, по-моему, марта. Да, выбор участников, вернее, выбор подписчиков, простите. И я должна была здесь вышить 1000... Сколько я вышиваю? 1500 крестиков я вышиваю, когда вы выбираете мне работу. И я здесь не успела вышить. 1500 вышла там... почти 1000, то есть мне здесь остается 500 с небольшим. Красную шапочку я выбирала сама, поэтому по ней должна была быть 1000, но не сделалась и даже 1000. Тоже мне здесь остается что-то типа 500 крестиков. И это праздничный жук тоже был выбор телезрителей. И вот я тоже здесь не выполнила норму, мне здесь остается больше 500 крестиков, по-моему, даже... ближе к 1800, что ли. Вот, я подумала, что я буду заниматься, помимо шмелика, вот этими долгами. И думаю, что в следующем включении уже покажу какой-то долг законченный. Хочу освобождать эти пяльцы. Вот они специально в пяльцах запяленные остались с марта или с какого-то месяца. Я эти долги таскаю все, чтобы, знаете, не дай бог, не возникла у меня идея забить на этот долг. В первую очередь я не хочу забивать на то, что было выбором вашим, потому что обычно я все-таки выполняю и всегда говорю, что это у меня в приоритете. Но вот в те месяцы у меня была сестра в гостях, и путешествовали мы с Маркетисом, были в отпуске. В общем, вот так вот сложились обстоятельства, что я не смогла отдать приоритет этим работам, и вот их не закончила, поэтому хочу я все-таки их закончить, а потом уже по мере возможности другие долги добивать, но это мы уже посмотрим в следующем включении. Сегодня 11 число, 11 июня, воскресенье, и я принесла вам показать, что у меня продвигается. Значит, вот с пылу, с жару, ну, на самом деле, несколько дней назад я закончила шмелик Луи, в домике он у меня. Здесь полностью вышито все, бэкстич, фрузелки, крестики, полукрестики. Работа полностью закончена, но пока не постирана, не отглажена. Значит, думаю я о том, что вот этот хвостик надо будет убрать, иначе он будет светить, если я буду работу оформлять. Значит, серия, поскольку не заканчивается, я надеюсь, что я вам все-таки смогу показать эту работу отстиранную, отглаженную. Значит, успела я в итоге за один день все сделать. Я вот говорила, да, что там 700 крестиков в общей сумме оставалось. И что хотелось бы мне, конечно, не растягивать это на 2 дня. Значит, сначала я так бодренько начала, по крестикам там вообще оставалось что-то 300-200, по-моему, 300 крестиков. И мне казалось, что все это достаточно быстро пойдет. Был еще полукрест пропущенный, но здесь достаточно много бэкстича в 1, 2 и даже в 3 сложения, да, в 3 нити. И он разноцветный. Я не знаю, сколько вы навскидку вот так вот видите
цветов, но их, смотрите, темно-коричневый, белый, черный, светлый такой бежевый и зеленый. По-моему, все. В общем, немало. И, как я уже говорила, это все происходит еще и в разные сложения, да, вот в зеленом, например, есть в три нити, по-моему, в коричневом тоже где-то есть в три нити, а все остальное в одной и в две. А, нет, вот еще вот тут вот в семечках был еще один цвет коричневый, такой вот серовато-коричневый. В общем, много цветного бэкстейча. Это не то чтобы сильно сложно, но помедленнее, потому что нитку заправляешь там. Я, например, те, что в две нити делала, нитку прям сразу складывала в две нити. А вот здесь вот зеленый, например, идет в одну, в два и в три сложения. И я где-то, по-моему, на каких-то участках делала, где длинное вот такое протяженное, я делала сразу в две, складывала, а где-то я прям шла одной ниточкой, и если надо было в одно сложение, значит, делала в одно сложение, когда там дальше попадалось какой-то участок в два сложения, просто проходилось два раза, а если три, то, соответственно, три раза. То есть у меня тут микс полнейший, смотрела, как мне удобнее по ситуации. Ну, я уже много раз говорила в других каких-то своих сериях, что вот прерывистый бэкстич на цветочках, растениях, листочках, тыковках меня не смущает, потому что это все-таки что-то такое живое и не идеальное. На лице какие-то контуры или какие-то, я не знаю, там усы у котика, я все-таки стараюсь, чтобы они не были совсем сильно прерывающиеся, прям вот чтобы с дырочкой там какой-то, да, между было. Это иногда сложно, но стараюсь. И я не люблю очень протяженный бэкстич, я стараюсь закреплять нитку каждые 2-3 крестика, то есть если идет там вот линия прямая, то, да, я могу сделать как бы и как полувыкладную такую, закрепив ее в там, в двух местах, в трех местах, короче, каждые 2-3 крестика. А фрузелки, значит, здесь еще были, вот в тельце двух цветов. Я делала их такими жирненькими, потому что, ну, чтобы было видно, да, потому что теряются они, если их сделать совсем тоненькими. Я делала в 2 и в 3 сложения, там по-разному. Вот, например, серенький я делала не в 3 сложения, в одно сложение, но в 3 оборота. Вот. Серенький я делала, по-моему, все в 3 оборота, потому что, ну, на мой вкус серенький, вот я так под углом вам показываю, вроде видно, а так вот если убрать, то, может быть, и не очень видно. Ну, вживую понятно, что это видно лучше. В общем, серенькие, если делать совсем в два оборота, они почему-то терялись гораздо больше, чем, ну, и вообще делались более тоненькими. А вот эти вот такие золотисто-оранжевые, не знаю, как назвать цвет, он даже в две нити, вот, мне кажется, хорошо ложился, такой более пухленький получался. Вот чудесный у меня шмелик Луи закончился. И когда-нибудь постирается, я вам покажу. Следующую работу со следующей недели я начну и буду двигать к финишу. Это анемоны. Я здесь вышла чуть-чуть больше половины. Работа эта, кстати, уже давным-давно начата, еще в 2020 году. Это был подарок на мой день рождения от Ксюши Малинки. Ксюш, привет тебе, если ты смотришь. Ксюш что-то у нас немножко забросила вышивку. Значит, я собрала нитки на этот сюжет. И пока собирала нитки на этот сюжет, я обнаружила, что у меня еще из этого сюжета, несмотря на то, что вышло почти, ну не почти, а чуть больше половины, не вышел ни один цвет из сюжета. Короче, все цвета еще надо будет задействовать. Здесь не все еще цвета, какие-то в других сюжетах, какие-то надо перемотать, но вот палитра будет такая сиреневенькая, как вы понимаете, и все подготовила в июне, не успею закончить. Здесь почти 7000 крестиков, там, по-моему, 6800, и я планирую в этом месяце вышить 3000.
И на следующий останется еще 3800. Посмотрим, что получится. Через недельку я подключусь и, надеюсь, покажу вам 1000. Буду двигаться, наверное, в этом направлении, потому что, вроде как сюда я начала. Я, кстати, этот сюжет начинала вышивать четвертинками, потому что Ксюша Малинка как раз вышивает четвертинками. Мне не понравилось, поэтому я вышила одну четвертинку, потом вторую четвертинку, а эту я уже решила, вышивать, как обычно я вышиваю. Значит, что еще я все-таки продвинула, потому что это вот один финиш закончился, будет у меня следующий финиш. Значит, дальше я еще успела взять немного, а именно долги. Значит, вот один из долгов я прям сейчас с вами и размотаю, потому что здесь я норму добила. Да, мне надо было вышить здесь 1500 крестиков, я 1000 когда-то там вышла, а вот еще там 500 крестиков мне оставалось, и я села и сделала эту норму. Так давно это была запялена работа, что вот видите, теперь не распяливается. Мята, естественно, но это вот такие вот реалии. Я ее, естественно, сейчас за кадром уже потом ровненько разложу, и она там будет отдыхать и немножко это все, естественно, расправиться к следующему разу, когда буду показывать. Ну, скорее всего, уже все будет не настолько замято. Значит, у меня здесь, как вы помните, готов, это мастер Маргариты и схема Юли Золотовой, здесь готов центральный сюжет уже давно, а вот в этот раз я ушла в тучу, тучу-то я делала, и в этот раз вот эти 500 крестиков практически все ушли вот сюда, это будет здание, а здесь уже будет трамвай. Несмотря на то, что вышивала все серыми цветами, различными оттенками серого и блендами серого, схему Юли не то, что прям совсем простые, но и не жуть какие сложные, у нее немало блендов. Вот. И вот этот участок, видите, он такой достаточно монохромный, вышивалась все равно достаточно хорошо, и я быстренько достаточно закончила эту норму в 500 крестиков, поэтому вот здесь история закончена, я уж потом за кадром красиво сложу, и я взяла дальше двигать красную шапочку. Значит, здесь остается чуть-чуть больше 500 крестиков. Я сегодня уже повышивала, там 150 вышло, так что 400 уже остается до вот той нормы. А норма здесь была 1000. Меня, честно говоря, немного вот раздражает, что я не могла эту норму добить с февраля. Никак не могла найти один день хотя бы, чтобы вышить эти несчастные 500 крестиков. Ну ладно, 550 крестиков. Вот. Поэтому я взяла ее раньше, чем жука, потому что жук с другой стороны, на нем, во-первых, остается больше 1000 крестиков, и здесь достаточно много полукреста, и хотя бы здесь понятно, что я вот не очень люблю полукрест, мне нужно отдыхать, здесь достаточно сложные участки, потому что где есть крест, он, видите, такими одиночечками, то есть как бы тут более оправданы сложности, а вот здесь участки зашива одним цветом бывают, ну, такие более рваные, а бывают очень даже протяженные, в чем здесь была проблема, непонятно, поэтому я решила, что надо сесть, добить, вот уже, как я вам сказала, начала, и надеюсь, что скоро закончу. Ну, и вот у меня эти два долга на следующую неделю, я не уверена, что я их все успею полностью, ну, то есть, может быть, успею начать праздничного жука, но вот не успею, что я не уверена, что успею норму эту закончить, потому что следующая неделя у меня все-таки достаточно такая должна быть насыщенная в плане работы и жизни личной, поэтому, ну, то есть какие-то там просто личные дела, не то чтобы там что-то такое чрезвычайное происходит. Я здесь за кадром разбираю главную работу этого года, снимаю ее с куснапов за кадром, чтобы, потому что если я это буду делать перед вашими глазами, я наверняка буду трогать штатив, и будет все шататься, нам это не нужно, нам нужно посмотреть, что там у меня навышивалось и как это сейчас все выглядит. Надо еще будет посмотреть, как это все влезет в кадр. Вот.
Так, осторожненько я это делаю, поэтому не так, чтобы быстро, потому что снап, когда снимаешь, они могут иногда немножечко в уголочках так задевать ткань. И, ну, у меня никогда прям совсем ничего не рвалось, слава богу, но остаются такие, ну, иголочкой их можно потом подровнять, такие дырочки не очень приятные, они меня смущают. Так, внимание, заношу полотно. Так, не знаю, как вот так вот. Вот так. И, ну вот видите, значит, не влезает. Давайте просто проведу, потому что понятно, что она сейчас не отглажена, ничего. Я думаю, что в этой серии мы еще не раз ее увидим и в завернутом, и в развернутом виде. А, потому что месяц еще даже до середины не дошел, так что мне еще тут много вышивать. А именно 3000 крестиков. Значит, вот у меня вверх, видите, я начинала отсюда, пошла вот сюда, потом вернулась вот сюда. И параллельно землю вышивала, значит, сейчас я к земле не пойду, я решила спускаться вниз. Внизу уже тоже, видите, рамка вышивается. Здесь ниточки остались, которые идут дальше, но у меня там не влезали, я вот ими буду вышивать. Значит, я сейчас буду переставлять снапы. Так, буду сейчас нам переставлять вот сюда вниз. Нет, даже не сюда, а вот сюда вниз. Вот сколько остается до края, видите? Еще так прилично. Ну, тут запасы 5 сантиметров. Так что все-таки это не все, что тут прям совсем остается. Но вот, вот столечко надо будет еще вышивать. Поэтому я переставлю вот сюда снапы. А здесь будет уголочек такой насыщенный, да, будет вот примерно как здесь портрет. Только единственное, что мне кажется, вот здесь наверху был фон достаточно легко зашиваемый, и больше, по-моему, такая история не повторится. Но я не помню уже точно. В общем, буду идти вот сюда. Я еще раз говорю, что в приличном, более приличном виде, более разглаженном, я, конечно, в конце серии еще покажу, когда итоги будем подводить. Ну вот, чтобы вы понимали, что вот это вот таких масштабов, да, разложиться на каком-то небольшом участке. Я, ну, это я называю своим подоконником, я вот здесь снимаю. Это на самом деле комодик, он такой не прям совсем маленький, это не стандартный малюсенький подоконник, нет, он достаточно широкий, но вот, как вы видите, ничего не влезает. Не ничего, а карта мира не влезает. Вот. То есть работа большая. То есть экватора бы... Ну, худо-бедно, да. Вот, смотрите, влез. Вот экватор, вот конец рамки. А, нет, вру, чуть я вам вру. Здесь же не конец рамки, я же здесь до верха не дошла. Здесь я вот только начала вот этим белым, а здесь будут буквы. Так что, ну да. В общем, большая работа, большая и трудоемкая. Мне кажется, я в предыдущей серии как-то так наныла, что вот сложно, невозможно, что вот я по 3 дня беру в неделю, потом 4 отдыхаю, так только можно, а каждый день ее шить нельзя. Ну, мне кажется, я немножечко как-то это драматизм напустила. Можно все это, конечно, делать. И еще раз, она мне идет очень в радость. Но она непростая. Она непростая работа. Отдохнуть здесь долго не получается. Вот на каких-то таких, да, промежуточках. Вот это одним цветом, вот это одним цветом. Но это такая отдыхалочка на буквально... Ну, даже если их вместе сгруппировать, ну, я не знаю, на час, а дальше опять надо покорпеть. Вот, поэтому бэкстич я люблю, например, обычно я на бэкстич тоже отдыхаю, но здесь я бы не сказала, что он мне очень сложный, но и отдохнуть на нем совсем уж прям не отдохнешь, потому что он практически весь дробный, и он очень мелкий, и нужно внимательно смотреть, чтобы ниточка там никуда на равномерке не улизнула между переплетениями нитей, чтобы ничего не исчезло, и чтобы буковки все-таки были читаемые, потому что, ну, как бы можно, конечно,
достаточно вышить и неизвестно что, но хочется, чтобы все-таки это читалось, да, и чтобы было понятно, что там написано, хоть оно написано и не на нашем привычном языке, да. Вот, тем не менее, оно все должно читаться, на мой вкус. Поэтому тут тоже как бы не расслабишься. Вот, поэтому работа... Если вы боитесь эту работу, я ее боялась очень долго и думала, что никогда не решусь. Если вы боитесь, не бойтесь. Она вышивается не просто, но вышивается. И еще раз, если вы поставите себе какие-то адекватные нормы, да, если там для вас 1000 крестиков в неделю – это много, поставьте себе 500 крестиков в неделю, поставьте 200 крестиков в неделю. И по чуть-чуть она будет комфортно вышиваться. Вот, для меня 1000 комфортно вышивается. Если однажды мне 1000 будет некомфортно, я просто сделаю норму поменьше, и все. Вот, так что я очень рада, что я ее начала, и... Очень рада, что я ее вышиваю и вам показываю. Вот. Ну все, на этом включение все. В следующий раз, я надеюсь, я вам покажу уже такие хорошие продвижения по этой работе. 19 июня, понедельник. У нас сегодня выходной день, завтра тоже будет выходной день. Завтра у нас праздник, день государственного флага. Поэтому мы не работаем. С предыдущего включения прошло уже, по-моему, больше недели. И давайте я расскажу вам, что я за эту неделю успела навышивать и что планирую вышивать дальше. В первую очередь хочу сказать, что на этой неделе я добивала свой вот этот вот забег осенний, который был в предыдущей серии. Поэтому на следующей неделе, ну то есть с сегодняшнего дня, у меня уже больше этих осенних работ. На скорость, скажем так, не будет. Буду выбирать уже что-то другое и добивать долги и так далее. Ну, короче, что будет, подождите, попозже расскажу. Давайте сначала, что было. Я закончила вот тот долг, добила до 1000 красную шапочку свою. Смотрите, начала уже черным вышивать. Это еще, ну, это, скажем так, по идее, это волк, но там скорее тень от между девочкой и волком. Вот здесь лицо еще не появилось, как вы понимаете. А вот шапочка почти-почти заполнилась. Так что тут какая-то штучка. Ладно, потом ее аккуратно сниму. Значит, здесь у меня случилась такая неприятная вещь. Вот эти пропуски вышиваются цветом... Ну, я не помню, какой цвет, но, в общем, этот цвет у меня еще никогда раньше в других схемах не использовался. И я знаю, что я его покупала. И вот я хотела его перемотать уже на бобинку и повышивать, заполнить эти пространства. И обнаружила, что цвета этого я найти не могу. Я почти уверена, что это никакая не ошибка в том плане, что я не купила, но занесла в таблицу, что он у меня якобы есть. Я почти уверена, что это когда-то я его достала. В смысле, что я вот сейчас перемотаю, не перемотала, и вот где-то он лежит потерянный. Поэтому я надеюсь, конечно, что я его найду, но вот этот вот, знаете, знак, что раз ты найти ничего не можешь, значит, пора убраться бы. И действительно, я уже много раз говорила, что я, слава богу, организовала свои бобинки, как мне понравилось, и комфортные, и удобные, и так далее. И теперь надо организовать моточки. Моточки у меня до сих пор не организованы, и мне не нравится, как это все у меня лежит. Ну, потерялся, но, конечно, не из-за того, что оно плохо лежит. Но вот тем не менее. Значит, все, красная шапочка с пяльц уходит, и думаю, что в этом году, если вы ее сами не выберете в каком-нибудь видео, то вряд ли я ее в этом году буду брать. Попозже объясню, почему. Дальше. Я вышивала анемоны. Это у меня схема, которую я двигаю к финишу. И каждую неделю я вышиваю на ней 1000 крестиков, как и на карте мира. И вот здесь 1000 крестиков появилось. Кстати, на этой схеме я тоже кое-что не могу найти. Я не могу найти свою эту планшеточку с блендами. В общем,
черти что. И я действительно не убиралась с тех пор, как уехала сестра. Не убиралась, в смысле, не разбиралась в вышивальных своих вещах. Я помню, их как-то более компактно упаковала, потому что надо было освободить что-то в шкафу для сестры. И вот с тех пор нормально на места большую часть не разложила, поэтому вот найти ничего не могу. А, значит, здесь вышла с 1000 крестиков достаточно легко и быстро, и в следующие, ну вот, сегодняшние недели, сегодняшнего дня, планирую, даже, наверное, закончу снимать, пойду помонтирую, и вечерком сегодня начну вышивать дальше эту работу. И, возможно, я даже думала о том, что, может быть, вышивать не 1000 здесь, а побольше, потому что идет хорошо и легко, не напряжно. Дальше я вышивала карту мира. Здесь у меня тоже 1000 каждую неделю. И вот я шла, заполняла все-все-все в этом уголочке и продвигалась дальше. Да, вот уже совсем вниз и ближе к углу. Значит, не переставляла пяльцы. Еще раз, наберитесь терпения. В конце видео мы обязательно посмотрим эту работу в развернутом виде. Я давно ее действительно развернутой не показывала, и пора бы. Но вот как раз я думаю, что за остатки этого месяца здесь должно прибавиться еще 2000 крестиков. Я думаю, что это как раз более-менее здесь вот этот участок начнет вырисовываться. И тогда я уже как раз, подводя итоги месяца, откроем и посмотрим. Значит, что я хочу сказать. Этот участок более-менее шел, ну, полегче, скажем так, потому что здесь, видите, вот эти вот, здесь будет, ну, очередной портрет, поэтому здесь вот обрамление этого портрета, такие достаточно объемные участки. Здесь вот более-менее тоже, ну, сама рамочка, она не то, что прям объемная, но все-таки какая-то здесь простота определенная есть, а вот здесь все-таки есть такая определенная мешанина. Поэтому чередуется, но более-менее полегче, чем вышивать, например, землю. Поэтому я думаю, что в этом месте я уж, чтобы не переставлять пяльцы, буду делать вот этот угол, а в следующем месяце пойду все-таки к земле, потому что земля более утомительная, ее тоже вышивать надо, и надо чередовать, чтобы, ну, чтобы не утомиться. Вот, еще неожиданно почему-то я взяла, у меня был какой-то день, когда не хотелось не вышивать ни осенние работы, ни карту, ничего, и я решила взять хлопенье. Не знаю, узнаете вы ее или нет. Это хлопенье, я превью не принесла, но я думаю, что вы помните, что это набор от золотых ручек, и я здесь прибавила следующее. Я решила повышивать небо. Небо здесь вышивается полукрестом в две нити, и я здесь, по-моему, взяла 4 оттенка и каждым оттенком ниточку вышила. Еще я вышивала коричневым, да, вот чуть-чуть ушла в такие, в светлые оттенки коричневого, то есть деревья у меня тоже приросли, и я взяла одну ниточку красного, здесь будут ягодки. И вот вы видите, наверное, свет не очень, наверное, хороший. Ну, я думаю, что красный видно. И видно, что это уже такие разбросанные крестики. И ягодки преимущественно там из, ну, плюс-минус 9 крестиков. И вот там по 2 крестика, по 3 крестика одного цвета, еще 3 крестика другого цвета, одним цветом блика, и вот еще что-то там. То есть это такой более кропотливый участок, поэтому я решила чередовать все-таки не только простое коричневое вышивать, но и вышивать не очень любимый мною полукрест и вышивать вот эти вот практически одиночки. Поэтому вот еще чуть-чуть прибавилось. Здесь у меня нормы никакой определенной нет. Вот захотелось и повышивала. Значит, что у меня планируется на этой неделе и, возможно, даже до конца месяца, не знаю, когда будет следующее включение, через неделю или уже прям совсем в конце. Значит, у меня остается до конца месяца все-таки две такие основные задачи. Это вышить 2000 крестиков на карте мира и вышить еще 2000 крестиков минимум на анимонах. Дальше я хочу, ну, еще такое из обязательного, я на этой неделе не брала, вот эту овечку надо закончить. Здесь остается меньше 500 крестиков, ну, вот пока не брала. Еще я ввожу
с сегодняшнего, завтрашнего нет. С первого дня зимы, с 21 числа. Вот этот набор Атриолис. Я его переложила в папку, поэтому он вот желтит. Папка желтого такого рыженького цвета. Значит, этот набор Атриолис вышивается шерстью. Я шерстью никогда не вышивала. Я в прошлом году начала, сделала там несколько крестиков. Мне было сложновато. Ну, сложновато в плане, наверное, организации. Я еще не привыкла, какую нитку, какой длины нитку лучше отрезать. Вот, поэтому посмотрим. Хотелось бы мне сделать на этой работе тоже 2000 крестиков до конца этого месяца. А что еще? Халапеньо. Если будет настроение, обязательно возьму. И я думаю, что я хочу закончить... свой долг добить на праздничном жуке. Это был выбор зрителей, случайный выбор какого-то там месяца, февраля, что ли, марта, я не помню уже даже. И здесь мне остается вышить. На этих работах я обычно вышиваю 1500 крестиков. Вот я вышила чуть больше 500, и мне остается там почти 1000 крестиков на этой работе. Значит, я хочу, ну... посмотреть, что здесь можно еще из полукреста сделать, чтобы сделать уже на самом жуке, на его вот этой коляске шикарной бэкстич. Вот, поэтому посмотрим, получится или не получится. И я думаю, что если я буду вышивать вот в том же ритме, в котором я вышиваю последние дни, времени у меня хватит еще на что-нибудь. И тогда это что-нибудь, наверное, будет какая-то работа на темной основе и какая-то работа вне серии, вне сезона, да, потому что в сезонах я уже навышивалась, наборы у меня вышиваются вполне хорошо, примитивы есть, а вот вне сезонные работы и на темной основе давно уже мною заброшены. Если я найду на них время, определюсь, то я сделаю отдельное включение, расскажу вам, что планируется. Ну, пока вот до конца месяца вот это такой вот основной план. И в следующем включении посмотрим, что там получается. Сегодня 26 июня. Снова прошла, да, неделя. И я... готова рассказать вам, что было за эту неделю. Я думаю, что это последнее включение перед каким-то подведением итогов. Да, 1 числа уже расскажу, что там у меня в итоге-то получилось за этот месяц. Он такой насыщенный. Короче, давайте посмотрим. Значит, основное, что я вышивала на этой неделе, это был набор Риолис. Он без названия, да, вот артикул 1247. Вышивается он шерстью. Видите, у меня уже появился... котичек. Значит, когда я его брала, у меня была вышита вот только вот эта вот красная штучечка. Вот такая вот. Все остальное появилось потом. Нет еще глазок у котика. Видите, он такой у него глазница, да. Но, кстати, не настолько страшно выглядит. В общем, но как вы понимаете, уже вот что-то обозначилось. Я когда вышивала вот эту вот часть, это вот типа лапочка, да? И, а вот это вот что? Я вообще... А, это ухо другого котика. В общем, я это, да, до сих пор еще понимаю как-то смутно. И мне как-то все это очень сильно смущало. Мешанина эта разбросанная. Ну, я шерстью никогда не вышивала. И наборы такие тоже никогда не вышивала. Да, здесь, в общем-то, минимум бэкстича и... прорисовка такая в целом, да, не сильная деталь, в общем, не авторские схемы, к которым я привыкла. И сначала, да, этот участок меня весьма смущал, но потом вот появился котик, я как-то подуспокоилась. Значит, что хочу сказать про шерсть, это же у меня первый опыт. И сначала, когда я вот только начинала, мне было, конечно, не очень удобно в плане организации, потом я приспособилась, поняла, какую длину мне комфортнее отрезать, как иголку заправлять и так далее и тому подобное, и стало получше. Значит, что мне нравится? Мне нравится, что не то чтобы крестики здесь какие-то... ровные, они как-то, как бы это сказать, равномерно неровные, вот. То есть все достаточно плотненько, да, несмотря на то, что это 14-я, я так понимаю, канва. Да, вот написано 14-я канва. Ничего не светит. Ну, тут вот у меня что-то светит, но это, видимо, как-то крестик не очень ровно лег. А так ничего не светит, все замечательно. Даже вот так вот на просвет почти ничего не видно. Очень приятно, ну, кроме тех участков, которые я не зашил, естественно. Не могу сказать, что мне безумно нравится, наверное, в плане
цветовой гаммы это все-таки не мое. А у меня, когда эти моточки разложены, да, я все время мимо прохожу, думаю, волосы какие-то отрезанные. Вот такие цвета, да, натуральных волос. Вот сейчас солнышко ушло, немного другой оттенок. Посмотрите, кстати, про оттенки, что превью все-таки светлее, да. Я, конечно, не знаю, где она хранилась, сколько лет этому набору и так далее. Мне, как вы помните, отдала его мама, а маме отдала какая-то подруга. Но оттенки в превью не особо соответствует тому, что на моей вышивке. Вот. Значит, несмотря на то, что мне в целом, не могу сказать, что прям безумно нравится вышивать, опять-таки, в силу оттенков, а в этом есть что-то такое медитативное. У меня было ощущение, как будто когда я вот вышивала Милхил. То есть все получается кривенько, ну и хорошо. Ну, как бы сидишь, что-то ковыряешься так медитативно. В целом, я не могу сказать, что здесь какие-то большие участки зашиваю одним цветом или, наоборот, какая-то сильная шахматка. Оно такое, в целом, комбинированно равномерное, но от этого как-то в целом приятно, да? Видно, вот, например, вот здесь вот пропущены крестики, и здесь, да, весьма шахматное в лице. Вот здесь тоже что-то было шахматка в ухе. Но в целом... Да, разнообразные есть. И попроще участки, и посложнее. Но вот такая, да, для меня почему-то это медитативная вышивка. Может быть, и цвета, кстати, тоже, потому что они достаточно спокойные. И вот сидишь так и ковыряешь там что-то. В общем, 2000 я там вышила за, по-моему, 4 или 5 дней. И с этим набором все. Значит, я брала жука, долг. Да, смотрите, уже начала бэкстич. Не везде закончила еще, не вышивала светлым бэкстичем, вот совсем белым каким-то вот этим вот светленьким еще повышивала. Здесь вот черным еще надо будет еще чуть-чуть повышивать. А вот, и мне здесь еще остается 300 крестиков, ну или, да, 600 полукрестов до нормы. Я очень извиняюсь перед человеком, я, естественно, сейчас не вспомню, кто голосовал за этот набор, но вот так вот затянулось все это. Значит, еще 300 добавлю на этой неделе, да, у меня остается 5 дней, в общем, займусь вот этим. А, я забыла принести, что еще я хочу вам показать. Так, ладно, пока покажу то, что принесла. Значит, еще на этой неделе я буду заниматься двумя главными работами, скажем так. Одна, которую я веду на финиш. Я на прошлой неделе тоже здесь сделала 1000 крестиков, то есть чуть-чуть побольше. И вот что получается. Напоминаю, что когда я взяла эту работу в начале месяца, здесь было сделано, ну, чуть-чуть, вот так вот. Я уже сделала бэк на вот этих листочках. И, как вы видите, сняла пяльцы, буду перемещать их, потому что там уже было не очень удобно. В общем, в этом месяце, конечно, не закончу. Не помню, сколько там остается, но по идее, по моим... Если я все правильно посчитала, там должно быть, ну, почти 5000. Да, вот эту 1000 я закончу на этой неделе. На следующий месяц останется там 3800, 3600, что-то такое. Значит, покажу, естественно, попозже, в следующем включении уже, что получилось. А сейчас давайте еще раз посмотрим на карту мира. Я думаю, что мы последний раз на нее посмотрим вот так вот в свернутом виде, запяленную в этом видео, да, последний раз. Вот какие-то у меня тут все грязюка. Ну, в общем, это, да, можно было ожидать. Работа большая, вышивается долго. Что-то дозапачкается. Значит, смотрите, у меня наметился здесь вот портрет. Мне здесь остается 1000 крестиков до конца нормы на этот месяц. И потом я вам покажу в развернутом виде. Значит, здесь в развернутом виде уже будет больше 30%. Здесь уже сейчас, по-моему, 31%. Ну, в общем, посмотрим. Потом расскажу детали. Значит, я уже поделала бэкстич вот на этом участке. Не очень, наверное, сейчас видно. Вот он, да. Был очень приятный участок. Вот этим вот одним цветом все вышивалось. Но, как я уже говорила, да, здесь чередуются более кропотливые, менее кропотливые. В общем, нормально пока идет. Закончу вот этот участок, покажу вам все. И уже в следующем месяце снова пойду в землю, потому что надо чередовать. А то, знаете,
потом с этой землей будет мне тяжело. Значит, сейчас покажу вам, что еще я выбрала на оставшиеся 5 дней. Так, принесла. Давайте начнем с вот этого чудесного сиреневого. Он сейчас неправильно передается цвет. Давайте, если я вообще все уберу, может, на белом будет хорошо видно. Значит, это... Сейчас появится превью. Уголок ведунии. Цвет примерно такой. Чуть более розоватый. Чуть более розоватый. Так, ну, неважно. Значит, это красила... По-моему, Варя. Вот еще, по-моему, если солнышко вышло бы, блестит немножечко. Или нет? Я что-то путаю. Ладно, неважно. Значит, здесь, как вы видите, вышито крылышко мотылька. И вот я собираюсь, выбрала этот дизайн как это называется? Вне серии. Вне сезонов. Значит, у меня я немножко сумбурно. Сейчас я сосредоточусь, объясню все по порядку. Почему и чего я выбираю. Значит, сегодня 26 июня, как я говорила. Остается 5 дней до конца месяца. Маркиз уехал в командировку. У меня опять на целый месяц. Поэтому, несмотря на то, что я какими-то еще делами занимаюсь, времени на вышивку мне гораздо больше. То есть, несмотря на то, что это рабочие дни, и у меня вроде даже будет работа, я, наверное, смогу хорошенько повышивать, поэтому вот это вот 1000 на анимонах, 1000 на карте, а еще, в общем-то, 3 дня. Ну, я, конечно, не планирую каждый день по 1000 вышивать, но в целом можно было бы. Поэтому я решила вести еще 2 процесса. Поскольку сезонное у меня в этом месяце было свыше крыши, да, 11 осенних работ я вышила, все, хватит. И осень закончилась, зиму возьму в июле, про июль попозже. Так вот, поэтому я решила взять на этот месяц еще 2 работы, одну вот, которая не входит ни в какие другие группы, и это вот как раз уголок ведуни. Постараюсь вышить здесь 1000 крестиков. И вторую работу я выбрала на темной основе, давно я не вышивала на темной основе, чтобы... Я выбрала, значит, я не знаю, как это правильно, вот так, может быть, вот так, не знаю. Потом посмотрим. Основа здесь, видите, не обработана, сейчас надо будет сесть, обметать. Превью. Это опоссум от Мама Вичик Стич. Значит, будет здесь опоссум. Я подумала, что я его не взяла в осенних работах, но... Как бы он осенний, да. Ну, в общем, не суть. Суть в том, что он на темной основе. На темной основе я давно не вышивала. Я решила взять опоссуму, потому что если не сейчас, то когда? Если не его, то кого? Нет, ну понятно, что у меня еще много других работ на темной основе. Но вот решила я его продвинуть, потому что ничего здесь практически не видно, непонятно. И хочется тоже на 1000 крестиков продвинуть. Значит, в следующем... В кадре мы уже посмотрим итоги месяца краткие, посмотрим карту, наконец-то развернутую, так что не переключайтесь. Друзья мои, я тут не просто так лицом решила вам покрасоваться, а все ради того, чтобы показать ее красотку. Карту мира. Я даже, видите, цветы убрала, потому что она все-таки место много занимает, и давайте уже не буду томить, покажу. В развернутом виде вот так она выглядит. Значит, все, я тут что-то трогаю, что-то шумит и так далее. Значит, вот перед вами сейчас 32% от работы. Вот так вот это выглядит, эти 32%. Значит, что я хочу сказать сейчас еще раз, уберу все лишнее. Значит, ниточки у меня здесь болтаются. Ну, меня видно, может быть, и не должно быть. Те, которые не мусор, ниточки болтаются, потому что, как вы знаете, если следите, я по этой карте мечусь, то там повышиваю, то тут повышиваю, то вот сюда пойду и так далее. Поэтому где-то вот получается, что я не... дотягиваюсь и приходится оставлять. Я не успела, как вы понимаете, закончить портрет, который снизу, но все равно сняла с снапов, потому что обещала показать в развернутом виде. И уже в следующем месяце
буду дальше шить. Куда буду дальше шить, потом расскажу. Вот такая красота. Не были у меня запелены так, что здесь я не могла дойти прям совсем до низа-низа, до края нижнего. Поэтому еще пока не дотянулась. До края верхнего я тоже не дотянулась, но там сознательно и не дотянулась. Вот. Ну, вот такие вот дела. 32%. Значит, по-прежнему скажу, что я вышиваю раз... не раз, а 1000 в неделю беру. И, ну да, вот то, что земля вышивается достаточно тяжело в силу того, что здесь очень много светлых оттенков, достаточно однообразных, то есть какие-то контуры земли, это дается легко и просто. А вот дальше здесь есть белый, два голубых, несколько серых, и вот какой-то серый, который контур, с ним все нормально. А вот который мелкий и... не мелкий, а более светлый, которым создаются какие-то детали внутри земли, вот это все достаточно утомляет, потому что нет какого-то разнообразия. И плюс они еще разбросаны, да, между собой. Например, вот в этих участках, вот в этих. Здесь тоже мешанина цветов, здесь тоже 2 крестика, 4 крестика, 5 крестиков, но здесь больше разнообразия по цветам и как-то меньше устаешь, что ли, интереснее, веселее, не знаю. Вот, поэтому вот я чередую то землю, то рамочку и так далее. 32%, еще раз скажу вам. Значит, я в этом году планировала, я тут пока сзади смотрю, насколько испачкалась основа. Ну, в целом, какие-то вещи видны, но вроде ничего критичного. Сверну, устала я ее держать. Ну, вот так вот оставлю. Значит, я на этот год планировала, это мы так, забегая вперед, на этот год я планировала эту работу довести до 55%. Если за 6 месяцев я сделала 32%, а мы вспомним, что недели 2 я вообще не вышивала, или даже 3 не вышивала эту работу, потому что была в отпуске, то, в принципе, двигаюсь я хорошо. И я думаю, что в декабре я эту работу отложу, чтобы отдохнуть, и в следующем году уже снова к ней приступлю. То есть, по идее, в ноябре у меня будет уже даже больше, чем 55%. Если все пойдет так, как идет сейчас. Вот такая шикарная карта мира. Значит, что еще хочу рассказать, подвести итоги, что я там вышивала за последние дни июня. И сколько в итоге у меня вышлось. Ну, все это было, как вы понимаете, ради того, чтобы показать карту мира. Значит, я в этом месяце вышивала очень много. И это самый вышивальный месяц у меня в этом году. В прошлый год, конечно, были результаты еще побольше. Но вот в этом году было неожиданно. Значит, 27 тысяч... 26 или 27? 27 тысяч 700 крестиков. Что-то такое. Вот, ну, не суть, да, это так. И самое главное это что? У меня было аж 22 работы. Помните, вот эти вот 10 осенних работ, я в этой серии их не показываю, потому что вот они были отдельным выпуском, но это все было тоже в июне. И помимо этого, помимо этих 10 осенних работ, у меня было еще 12 неосенних работ. Я принесла показать те, которые... вышивала в последние дни и не показала, которые продвигались, или которые вот что-то мне хотелось бы вам все равно еще раз показать. Все остальное, все, что я вышивала, было в этой серии, да, до этого момента. Значит, анемоны еще продвинула. У меня остается уже на следующий месяц до завершения 3300 крестиков. Я здесь за эту последнюю неделю вышла, последнюю неделю июня имею в виду, вышла чуть больше, чем 1000 крестиков. И вот так это выглядит на данный момент. Еще раз скажу, что это схема Алены Савченко. У Алены Савченко очень много букетов. Последние ее букеты – это по ее же иллюстрациям. Ну или просто она из головы их сразу выдумывает. А вот это было по иллюстрации Полуэктовой.
У полуэктовой, по-моему, тоже есть букет. Если я ничего не путаю, вроде полуэктовый, да? Вот. И, соответственно, это был первый букет у Алены. И вот он... это уже мой третий букет, который я вышиваю. Я вышивала два свежих относительно. Они вышли в 21-м или в 22-м. Не, в 21-м, наверное, году. Вот, я их вышивала. А этот, соответственно, самый первый вышел. И я вот скажу, что первый... Он посложнее. Видимо, Алена все-таки, ну, как любой человек, да, с годами, с опытом приходит к чему-то более оптимальному, а вот здесь есть все-таки и гораздо больше частая смена нити, и даже одиночки здесь есть, но шикарный букет, я его очень люблю, но вот он вышивается тяжелее, чем букеты новые. Так что, если вам нравятся новые букеты Алены Савченко, скорее всего, они будут достаточно простыми, вышиваться будут гораздо проще, чем схемы, которые у Алены были более старые. Мне просто писали еще тоже в комментариях, что вот какую-то схему там тоже вышивают, и не такая уж она и легкая. Соглашусь, что да, старые схемы у Алены не самые легкие, и с одиночками, ну вот, видна эволюция Алены как дизайнера, да, если сравнивать с новыми схемами. Значит, у меня закончилась очередная овечка. Вообще, она очень классно быстро пошла, я ее достаточно быстро вышила. Вот, это шестая, смотрите, у меня их теперь вот шесть. Раз, два, три. Так, прикол в том, что я же не вижу, что я снимаю, а оказывается, там все прервалось. Ой, давайте еще раз овечка посмотрим. Значит, это последняя, то есть первая. У меня их шесть, да? Вторая, третья, четвертая, пятая. И та, которая была самой первой, а у меня сейчас шестая. Значит, планирую, естественно, в июле продолжать вышивать. Уже выбрала, какая будет следующей. Дальше, давайте, что еще? Я вот по второму кругу, то уже, наверное, так с такой же душой не смогу. У меня закончился, я его, конечно, показывала, он не сильно изменился, шмелик Луи. Вот, пока еще не стиранный, не глаженный и так далее, но я примеряла тут оформление, я все-таки думаю его оформить, и, в общем-то, поблагодарила себя, что я его пока не стирала, потому что пока я там что-то примеряла, он еще немножечко запачкался, потому что там думала, что, как, куда. Вот, если оформлю, покажу обязательно. Восхитительный шмелик Луи. Значит, это был единственный финиш этого месяца. Дальше я добивала некоторые долги. По-моему, я не рассказывала все-таки свои финальные эмоции по поводу долга на праздничный жук. Это называется схема от Овечкиных забав. Я доделывала здесь... Это был выбор зрителей. Надо было вышить 1500 крестиков. Я вышила здесь там какое-то количество и не смогла потом продолжить, и вот в этом месяце добивала до 1500. По-моему, мне там оставалось типа 900. И на последних уже моментах мне хотелось вообще все это сжечь к чертовой матери. Я давно не испытывала таких эмоций ярких. Но вот испытала. Нет, конечно, я собираюсь все-таки эту работу доделывать. Понятно, что не сейчас, а попозже обязательно брать. И если вы ее выберете, тоже обязательно буду брать. Дело все в том, что я здесь вышиваю на пермине. На пермине полукрест ложится у меня лично очень криво. А тут еще такой полукрест. Я, в принципе, все время 155 раз уже говорила, что ненавижу полукрест. Ненавижу. Просто вот. Вот. Но бывает, знаете, такой полукрест, который он какими-то более логичными участками. Вот мы ругаемся еще, например, на шахматку в крестиках, а вот шахматка в полукрестиках, это просто вообще вот для меня это... Вот, она тут имеется. Тут все вообще имеется в плане полукреста. И полукрест, по-моему, блендом.
если я ничего не путаю. В общем, короче, я уже несколько дней эту работу не брала, немножко у меня улеглись страсти, но ничего приятного. Так вот, было сложно. Но все-таки я справилась, да, нормы добила, сделала бэкстейдж на самом Жуке. И в целом я, конечно, рада, что в этот раз я вышивала именно вот кололась, плевалась, но вышивала полукрест, а не ушла, например, вот там луна будет выше, абсолютно такая шикарная сырная луна. Она вышивается крестом, и можно было бы пойти и там отдохнуть, но я уж подумала, что остается совсем немного, надо добить. Потому что полукреста еще много. Весь фон, то есть работа вот примерно на этот, на вот такого размера будет. И здесь я не помню, сколько вышло, там что-то 10-12. Ну, короче, не очень много процентов. И будет здесь еще немало полукреста, и я рада, что все-таки я буду вот так вот чередовать и не оставляю, например, его на потом. Потому что, конечно, мне он дается непросто, непросто. Вот. Еще одну работу, как долг, эту работу я выбирала сама, поэтому мне здесь нужно было 1000 вышить. У меня осталось буквально 300 крестиков. Но я, когда взяла, вспомнила, что мне, значит, не понравилась вот эта вот ботва на клубнике. Я еще раз внимательно на нее посмотрела, решила, что не в этот раз, чтобы, значит, не увеличивать себе норму, а в следующий раз обязательно выпарю этот участок. Не нравится он мне совершенно. Вот то, что зеленое в самих девочках, вот тут вот внизу, это я оставлю, а вот именно в клубнике буду выпарывать, не нравится, не нравится и не нравится. Здесь, причем, еще будет как какая-то зеленуха вот тут, вот так вот идти именно длинненько, не вот эти вот маленькие вкрапинки, скажем так, а вот протяженность, то есть где будет виден переход нити. Мне здесь он совершенно не нравится, это была какая-то местная ниточка бразильского производства. Не понравились мне здесь переходы, очень резкие, очень светлые, потом вдруг внезапно очень темный, но достаточно короткий участок этого темного. В общем, не нравится, буду заменять. Если не найду какую-то другую альтернативную, там, у Анкор, у DMC, лучше вышью каким-то однотонным цветом без перехода, но вот так мне не нравится. Поэтому в этот раз я взяла именно, чтобы добить 300, вот ушла в этот орнамент красный сверху. Он еще не доделан, здесь еще чуть-чуть вот у меня не влезало в пяльцы. Беленькая сбоку, и вот начала буковки вышивать. Вот, доделала. По-моему, я это все-таки все показывала уже, но покажу в развернутом виде, чтобы тоже понимать масштаб. Риолис же у меня был процессом набора месяца, и вот так это выглядит. Смотрите, она достаточно такая большая работа, и я уже говорила, да, что в целом она так медитативно шла, неплохо, но я не могу сказать, что это прям любовь-любовь, что шерсть мне безумно понравилось вышивать. Неплохо, но и не то, что мне безумно нравится. Я не знаю, с чем конкретно это связано, то ли это из-за оттенков. Это далеко не мои любимые оттенки, и они достаточно однотипные. Проработка, в общем-то, ну, для меня она такая примитивненькая какая-то, да, здесь нет, почти не будет бэкстинича, но я еще думаю о том, что все-таки хлопковыми ниточками мне вышивать приятнее. Все-таки хлопковые нитки, они поблескучие, что ли, потому что здесь вот будут, например, вот такие цвета, но оно все равно вот оно такое, это волокнистое, шерстянистое. Не знаю, с чем это связано, но вот если вдруг когда-то я решу выбрать какие-то процессы, которые вот я хочу вышивать, а другие, которые я хочу либо там убрать в долгострой, либо вообще никогда больше не вышивать, вот это, наверное, будет один из самых первых, может быть, даже единственных претендентов. Но пока никакие решения я не принимаю. Я думаю, что я все-таки когда-нибудь возьму, еще повышиваю. Мне в целом, ну, есть определенная какая-то
медитация, что ли, в этом процессе для меня лично. Может быть, потому что я не так сильно переживаю по поводу там ровные крестики, неровные. Я, в принципе-то, не очень переживаю по поводу ровные и неровные. Но в других работах я могу увидеть, что все прям криво расстроится. А тут, опять-таки, полукреста нет. Прекрасно. Так, дальше. На последние два дня я брала две работы, которые решила продвинуть на 1000 крестиков по собственному выбору, да, одна на темной основе, другая, типа, которая вне серии, вне сезонов и так далее. Значит, на темной основе был опоссум от Mama Witch X Teach. Посмотрите, какой он милах получается. Ну, пока еще, да, достаточно много, и нос недоделанный, туловище недоделанный и так далее. Я немножечко переживала по поводу того, что я его все-таки вышиваю не на черной основе, поэтому контраст может быть не такой сильный, и даже местами какие-то цвета, возможно, ну, не сливаются, но очень похожи на основу. Я в этом плане, конечно, не сильно переживаю, потому что когда все это тельце зашьется, там по краям будет более светлый оттенок и будет более контрастно. Но да, не так контрастно, как было бы, если бы я вышивала на черном. Но мне все нравится. Достаточно простая схема. Не достаточно, а просто простая схема. Большие участки зашиты одним цветом. Все приятно шьется, быстро, просто и легко. И в целом я даже постаралась более-менее ровные крестики сделать на это Ева. У меня со светлыми крестиками на любой основе беда. Но вот старалась, вроде даже получилось. Такой вот милах на 1000 продвинулся. Еще на 1000 я продвинула. Это уголок ведунья. Такая вот чудесная основа ручного окрашивания от Вареньки. Значит, мне кажется, что это Линда от Гаммы. По ощущениям кажется, потому что похоже на то, что я вышиваю вот карту мира. Хотя, возможно, когда красит, да, основу, она немножко меняется. Поэтому, может быть, и не от Гаммы. Но это не важно. Важно то, что... еще почему говорили, что Гамма, она типа неравномерная. А я об этом не знала. Ну, и когда карту мира начинала, я не знала про это, поэтому даже не задумываясь начала. Я не вижу там сильно прям, чтобы было неравномерно, а вот здесь некоторые крестики, я прям чувствовала, что они как, ну, неровные, да, удлиненные такие, приплюснутые по бокам. Вот, и, значит, появилась у меня здесь мотыль. Схема классная, достаточно простая, вышивалась легко. Здесь мне очень нравится, и вообще в целом схему я брала, потому что она такая, очень много деталек, вышиваться должно интересно, очень много ярких цветов. Вот поэтому, видите, я вышла мотылька и уже здесь зашла, здесь будет скляночка, здесь будут перышки, вот эти пузырьки не дошила еще. Так что должно быть очень интересно ее вышивать. И вот когда я вышила эти две работы, да, по этим двум работам норму в 1000 крестиков, я поняла, что у меня еще есть время, а главное желание повышивать что-нибудь еще. Времени было не очень много, но я решила взять работу, которая многим нравится. Это хлопенье от золотых ручек. Вышила я здесь немного, здесь прибавилось совсем чуть-чуть, а именно две ниточки коричневого цвета, одна красного цвета и одна голубенького цвета. Значит, вот эти участки, которыми деревья вышиваются, да, коричневые, они в целом все достаточно легко, удобно вышиваются. Можно взять нитку и довести ее до конца, вышивая, практически не делая протяжек. Большие участки зашиты одним цветом. Поэтому это легко. Голубенькая — это полукрест. Ну, вы знаете, что как я отношусь к полукресту. Вот, он здесь более логичный, чем в праздничном жуке, поэтому здесь он мне дается гораздо проще, но все равно я стараюсь шить его по ходу, чередую, чтобы вот не задолбаться. И, наверное, пожалуй, самое сложное здесь — это вот ягодки. Видите, я здесь вышила уже двумя красными цветами, и, по-моему, еще остается еще два или три. Вот, поэтому здесь такие
ну как, чаще, да, закрепляешь, два крестика вышло, закрепляешь, еще два крестика тут, два крестика тут. В этом плане это такая пока самая сложная часть этой работы. Но, тем не менее, видите, вышивается, и еще немножко я смогла эту работу продвинуть. Сейчас здесь вышито 1500 крестиков. Немного, но, видите, каждый месяц примерно 700 с небольшим крестиков я вышиваю. Это я к тому, что если вы еще не проголосовали под этим видео за работу на август, не забудьте проголосовать. За халапеньо можете не голосовать, я буду стараться каждый месяц брать ее хотя бы по чуть-чуть, хотя бы как сейчас по 700 крестиков, но буду брать и потихонечку двигать. Я уже говорила, что эта работа не будет основной в этом году, но по чуть-чуть я буду ее брать, вам показывать, а уже на следующий год сделаю ее основной. По поводу голосования, не забывайте, что все ссылки есть под видео. Если вы хотите пересмотреть видео, есть ссылка на видео. Если попроще, побыстрее, в таблице, удобнее, да? В таблице все помечено красным, то, что я уже либо вышила, либо вышью к тому времени, когда наступит август. И за это не надо голосовать. Вроде все. Про планы на июль будет в следующей серии, потому что следующая серия выйдет достаточно быстро. У меня в июле будет возможность снимать чаще, чем я это делала в июне, поэтому я решила, что про планы расскажу уже там. И первые продвижения, там все достаточно интересно, мне кажется. Так, забегая немного вперед, и набор месяца будет классный, ну, как мне кажется, многим понравится, и выбор зрителей тоже классный, и финиш опять-таки будет. Ну, ладно, это мы потом поговорим. В следующей серии все будет, поэтому не переключайтесь, далеко не уходите. Увидимся в новой серии. Большое вам спасибо, до новых встреч, пока!